зла. Джаггер, привет! Я понимаю, понедельник, друзья! У нас классное пиво, попробуйте! А с водкой вообще огонь! Это что, здрасте всем! Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Женя Диков. Я смотрю, что у нас сегодня достаточно много и, наверное, есть события. Скажите, давайте, колись. Я вам проходил на входе, смотрю промо-продукция. Кто-то серьезный, да, сегодня будет выступать? Нет? Не серьезный. Отлично. А кто? Кто? Тел. Тел. Ну давай, понятно, члена раздельно. Я говорю, не хочу члена раздельно. Хорошо. А ZTL, да? А что за группа? Что играет? Что поет? Я просто не знаю, я только забежал. А, сейчас увижу. То есть место и услышу. А, ну хорошо. Ну давайте тогда под ваши бурные аплодисменты на сцене легендарного клуба «Джаггер» ZTL! Поехали! We'll be right back.
грабишь. Все вместе. Поднимай. If you want to taste, come and ask again. If they understand, girl, I like your eyes. Girl, I like your eyes. It's somewhere deep in where the sun is shining. Спасибо большое, добрый вечер всем. Не надо, ничего трудно. Хорошо. Блин, у меня есть сомнения, надо в чате спрашивать. Как на маке расклад написать? Расклад как будто. Everything you need.
see. Oh, things were getting dizzy. I should have seen. And I have times that we missed. I should have seen. I should have known. It's lost in your eyes. I get out of control. Thank you.
Здравствуйте, молодые люди. Господа, посмотрите вот все вон туда и скажите привет людям, которые сейчас смотрят этот концерт благодаря онлайн-трансляции. За это нужно сказать спасибо девушке в первом ряду, Елисавете, а именно с буквой «С», именно так она говорит. Я считаю это достойно аплодисментов, с адвентарежами. Ребята, мы с вами, а вы с нами, это хорошо, что все будут быть вместе, вне зависимости от географических точек. Следующая песня называется «Take You». Мы пару раз ее играли, кто-то знает, кто-то нет. Послушайте.
Итак, Станислав Иванович утверждает, что следующая песня будет первая в репертуаре «Дело», так как это утверждаю я. Да, а моя фамилия Хусейн. Подожди, стой! Не готовая я! Хусейн не готов. А теперь я готовая.
Начни сам. Александра. Песня на английском? Молодцы. Андрей, Константин просит больше гитары. И начинает петь.
это на английском переводи. We'll be right back.
Сережа, останься еще немножко, и будет теперь твоя любимая песня. Не, ну это же не Джимми Хендрикс. Они бы так говорили, если будет он один сольник делать. Они, они же система. Следующая песня мы посвящаем нашим любимым женщинам, мужчинам. Мы толерантны. Кстати, я давно хотел сказать, я люблю тебя. Я знаю. Женщина приглашает мужчин, мужчина приглашает дам. Мужчина приглашает мужчин. Согласен, да. Все как обычно в чате. Я сейчас смотрю, просто заворожен, мне очень интересно. Мне нравится у них эмоция, у них музыка, у них самих вызывает. Some people have plans next, and the care.
Единственное называется Love Song. Немногие ее знают, видимо, да? Я понимаю, многие не знакомы с творчеством Розенбаума. Но мы все-таки сыграем.
Пожалуй. Все слышали, что Костян сказал, да? Тут канал. Перекоп. А Костян тогда говорит, он знаете что, он не шутит. Мы уже старенькие, устали, нам нужна помощь. Ладно. Пока вы настроились, вы можете так вот. Тев, ну давайте, поддержите. Ну не будьте вообще ленивыми. Тел, средний ряд, тел, и последний ряд ленивый с кружными гильзами. Последний ряд сытый. Они просто думают, чтобы мы скорее ушли. Ну так покажите, что вы не ходите, не ходите. И вы там тоже у экрана, а? Ну-ка, орём! Антрикот может залезть вам в рот, если вы его широко открываете. Если вы его широко открываете, кричите телу. Nothing matters.
Спасибо большое. Ты король дедукции, Диана. Следующая песня тоже называется «Цифрами». 13. Все. Thank you.
танцы. Thank you.
знает, эта песня на русском языке. А на английском? О чем мы сейчас крикнем? Они определились, да? Хорошо, давайте мы за вас решим. Трудно сказать. Если черный... Ура! Если черный плащ, то это английская песня, но на русском языке. Черный плащ! Черный плащ! Черный плащ! Черный плащ! Клич 350. Вот это паркет.
знакомый в магазине брал парень. А где на нем написано? И туда килограмм 10, наверное, можно положить. На самом деле хочется сказать, кроме человека пакета, спасибо большое всем вам, кто пришел сегодня, это я уже говорил. Хочется сказать большое спасибо Кубу Джакер, Джакер, лично Диме Кубу из группы The Fish, который сделал это все возможно. Бармены, офигенные ребята, вообще красавцы. Бармены, спасибо вам. Спасибо большое всем, кто помогал готовить сегодняшний концерт. Спасибо вам. Спасибо маме, папе, моей маме, папе здесь. Вы замечательные. Я очень волновался. Спасибо моей жене. Привет. Спешит, побеждая зло. Твердый клюв, отважный вид, черное крыло. И прочь с дороги враг, трепещи злодей, он идет. Черный плащ, только свистни, он появится. Черный плащ, ну-ка. От винта черный плат победить в темную силу. Черный плат, грозный черный плат. Группа! Yeah!
Спасибо, друзья! Ну что, понравилось? Нет! Это здорово. Вот так вот у нас бывает, друзья, в жанре каждый день. А ну что, я, наверное, сразу о главном. У меня в заднем кармане есть билеты. Билеты на концерты. Да?